афиша летом не слишком разнообразная. Звезды осваивают Черноморское побережье. Ну а многие наши коллективы уже ушли в отпуск. Но все-таки в этот уикенд скучать не придется. И музыка, и танцы, и театр развлекут культурную публику. В молодежном театре «Ангажемент» в эту пятницу спектакль «Светлые души», в основе рассказы Шукшина. Правда, поставлены они в необычном формате, очень контрастно по содержанию. Инсценировщик Валерий Шергин взял за основу 10 рассказов автора. А в воскресенье лучшие пары Европы станцуют в сопровождении оркестра «Танго эн Вива». Чемпионы международных соревнований по танцам и музыканты вместе создадут на паркете атмосферу драйва, творчества и страсти. На площади 400-летия Тюмени тоже выступит оркестр, только не приглашенный, а наш, местный. Все лето по воскресеньям Тюменский духовой оркестр дает бесплатные концерты и делает прогулки горожан еще веселее и интереснее. Родители, если летом еще хотите сводить детей в кукольный театр, то успевайте сделать это в ближайшие выходные. Коллектив закрывает сезон. В субботу коллектив даст совсем не летнюю сказку «Умка». Что ж, синоптики в этот день обещают более 30 градусов жары, так что зимние декорации помогут юным зрителям немного охладиться. Кстати, в субботу в театре день именинника, так что если ваш ребенок родился в июле, то приходите и получайте скидку на билет 99%. Так что «Умку» некоторые смогут посмотреть практически бесплатно. Завершат в Театре кукол сезон постановкой «Маша и медведь». Это сказочное представление в масках для малышей. Ну а сюжет, я думаю, всем хорошо знаком. Но напомню, Маша заблудилась в лесу и попала в дом к медведю. Тот не хотел отпускать девочку, но благодаря своей сообразительности героиня смогла вернуться домой к бабушке и дедушке, при этом Мишу не обидеть. В обзоре событий для молодежи в эти выходные два мероприятия. Веселое и серьезное. Выбирайте, что вам ближе. В воскресенье стендап «Открытый микрофон». Если у вас все в порядке с чувством юмора, то выходите на сцену и веселите друзей. Ну а если вы больше любите сами смеяться, то приходите в качестве зрителей. Сейчас очень просто стать звездой. Записал песню, выложил в интернет и прославился. Хотя хороший звук в этом деле все-таки важен. В выходные пройдет бесплатный семинар по основам звукозаписи в домашних условиях. Так что если хотите стать известным музыкантом, не пропустите. В выходные обещают прекрасную погоду. Поэтому прямо сейчас об интересных фестивалях под открытым небом. В субботу в Гилевской роще пройдет фестиваль на газоне. В программе выступления творческих коллективов, мастер-классы, спортивные состязания и детская анимация. Занятие найдется для всех. Еще одно мероприятие для фанатов более экстремального и зрелищного досуга – фестиваль японских автомобилей. В программе соревнования, полоса препятствий и необычные состязания. Например, в прошлом году организаторы устроили безумный конкурс. Сколько человек сможет залезть в один автомобиль? Посмотрим, что приготовят в этом году. Событий подготовлен совместно с пабликом «Афиша Тюмень». И на этой неделе разыграем билеты на спектакль «Квартирник», посвящение Высоцкому, в молодежный театр «Ангажемент». Чтобы их получить, делайте репост этой записи из группы «Утро с вами ВКонтакте». А в комментариях пишите ответ на вопрос, что общего у директора театра Леонида Окунева и Владимира Высоцкого. Итоги подведем в понедельник, а я желаю вам прекрасных выходных!